стал заниматься сантехникой, а в этом доме вода только холодная, а горячая нагревается за счет вот этого настенного газового котла. И открою кран, вода бежит очень и очень вяло, то есть никакого напора и давления нет, значит и горячей воды не будет. Если я вот эту вот ручку поверну, вот здесь загорится лампочка, наверное, зеленым светом, если я должен открыть кран, и вода должна уже нагреваться, но она не будет нагреваться, потому что давления-то никакого нет. А я хотел было, вот смотрите, что я хотел сделать. Хотел открыть этот кран, вода должна нагреться и уже горячая поступать в этот бак. И она там должна уже быть нагретая. И я должен пользоваться этой водой в этой ванной. Мыть руки или под душем, или вообще в ванну набрать горячую воду и мыться. Но я этого сделать не могу. И хотел узнать, насколько долго здесь будет сохраняться горячая вода. Вот представляете, эту я работу приостановил и вот стал заниматься вот этими дверцами. Вот эти дверцы теперь навешиваю на каждую тумбу. А что остается делать? Вот этим я и буду заниматься. После этих дверц буду снимать вот эти настенные тумбы и клеить плитку. Теперь очередь дошла до бутылочницы. Сейчас покажу эту бутылочницу. Они бывают разные. А тут вот именно вот такая вот бутылочница. То есть если выдвинуть вот эту дверцу, вот так ее потянуть, дверцу, то, ну сейчас все буду показывать. То есть получается как? Вот это вот крепится. Вот здесь вот крепится. Можно как больше отпустить вниз. Вот таким вот образом отпустить вниз. То есть я, например, закрепил, да? И установить бутылочницу, закрепить ее и бутылку установить вот сюда, в эту вот корзину. Эта корзина, то есть вот таким вот образом цепляется. Вот так вот, да, вот так цепляется в любом месте. Вот так берется, туда раз и установил. И вот эту вот взял и и раз и установил. Все, бутылочница готова. Если нужно еще корзину установить, взять бутылку, например, вот так подставить, ага, значит вот сюда нужно установить вот таким вот образом. Ну я так условно показываю. Раз, два, по-моему, вот так. Тут эта бутылка что-то сильно какая-то высокая получается. Если я ее поставлю, то не вмещается. Во как. Не вмещается. Может какая-нибудь другая бутылка сюда будет вмещаться. Но тут только на положении лежа.
Если я, например, выдвигаю, бутылочница выкатывается, я эти бутылки спокойно вытаскиваю. То есть вот таким вот образом. А чтобы закрепить дверцам, вот это вот нужно затолкать вот туда. Вот эти вот выкрутить, похоже так, я так понимаю. Дверцам-то, то есть дверцы-то надо крепить, а как крепить? По-моему, так должно быть. Сейчас я так и сделаю. То есть беру. Вот таким вот образом. Похоже так. Направляющую одну закрепил, теперь нужно вторую закрепить. Здесь черта, отметку сделал карандашом, вот таким вот образом. И посередине закрутил сначала один саморез, вот такой вот, выкрутил. И теперь нужно вот эти вот саморезы закручивать. Чем я сейчас и буду заниматься. То есть беру, выставляю таким вот образом, раз, есть, нужно чуть-чуть пододвинуть ближе. Вроде бы попал. Теперь можно и устанавливать сам каркас. Ближе, вот маленький зазор получился, все ближе к истине. Теперь это дело я сделал, вот эту снять, что ли, она мешает. Я вот померил, бутылка без нее помещается вот сюда просто идеально. Здесь, конечно,
не помещается, другие бутылки пойдут. Немножко поменьше. Ну вот это вот. Доска, она просто мешает. Я ее все-таки сниму. Наверное, сниму. Мешает, хоть ты лопни. Все. Теперь нужно разобраться с дверцей. Дверцу теперь нужно установить. Так, надо липучку вот сюда приклеить липучку. Думаю, что такое туда дальше. Вот. Вот теперь классно. Вот здесь зазор получился. И здесь то же самое. А то аж испугался, думаю, что такое. Все, теперь отлично получается. Теперь вот сюда липучку, дверцу на липучку и с той стороны закрутить саморезы и закрепить эту дверцу вот таким вот образом. Сейчас пойду искать, если я найду, конечно. Где-то у меня была липучка, вот сюда липучку нужно будет обязательно. Дело тоже мучился, спас только скотч, но не такой тонкий, потолще, но получилось просто замечательно. И теперь здесь то же самое буду делать, чтобы не делать никаких ошибок, а то всякое может быть. Чуть-чуть повыше делаю, потому что на скотче само отлипнет и вниз скатится. Ну вроде бы вот так, видите, тут ниже, тут выше. Рукой туда залезу и прижму. А теперь вот отпускаю, и получается вроде бы хорошо. Вот как она есть, так она есть. Сейчас сдвину. Еще раз проверю. Получилось просто шикарно. Ровненько. Удерживаю. Ровно-ровно получилось. И по верхам получилось ровно, и по вертикали. Ну, просто прелесть. Врать не буду. Теперь можно закручивать здесь, 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 здесь. В общем, все тщательно сделать. И просто идеально. На середину уложил то, что можно, и у меня получилось четко по низу этой дверцы. И теперь можно просто приложить и все, и раскидать. Вроде бы все раскидал. Конечно, можно вот так вот саморез закрутить и все. Но этот саморез, он же тоненький, может и туда, и туда, и туда центр. А я попробую вот таким вот образом. Ничего страшного. Хорошо придерживаю и
И здесь то же самое. Еще раз посмотрю. Отлично. Вот здесь тоже смотрю. И можно упираться и нажимать кнопочку. Все. Раз это дело сделал, можно найти ручку, закрутить. И следующие вот эти вот дверцы крепить. Ну тут, наверное, уже только саморезами. Вот такой вот вариант не пройдет. В общем, можно и так, и так, и сяк. В общем, вариантов море.